7.7. У нас прямой эфир. На улице Гагарина перевернулся машина КАМАЗ с соевым шротом на борту. Соевый шрот, я здесь узнал, что это подкормка для скота. Полицейские подъехали, замеряют и оформляют там что-то за... оформляют протокол за загрязнение, наверное, зеленой зоны. Рабочие собирают с использованием техники. Никто не пострадал. Ребята, я извиняюсь, в прямом эфире. А что случилось? На Гагарина, да? Ну, прямой эфир идет, реально. Какая машина? Это КАМАЗ, да? Кто-то пострадал? Весь Мариуполь, зрители ждут. Если можно, два слова скажите, пожалуйста. Кто-то пострадал? Нет, не пострадал. Все нормально. Спасибо. Сейчас мы до второго полицейского попробуем подойти. Есть. Ну, что да, такая ситуация случилась. Мы же не просто так составляем, ну, протокол. Я вижу все сама, я имею в виду просто то пояснение, которое было написано, понятное дело, но это ваше право. Мы не знаем, как оно было, знаете вы, может оно так и было, я это, ну, спорить не буду. Просто в суде, ну, серьезно, советую не явить, просто объяснить суде, что да, вот такая ситуация случилась. Да, полицейские отреагировали, это их работа. Не, ну вы сами какой тут другой позиции? Ну, честно, я не знаю, как можно было вот так. Тут вроде никаких цепочки есть там выше, спорить не буду. Здесь даже принять на проезжую часть сложновато, потому что я, допустим, под колёсом, такой солидной лямбой, которая там может быть. Смотрите, откуда он. Я знаю, такая лямба. Не очень разговорчивые полиция. Ладно, всем спасибо. Пострадавших нет, спасибо.